Бывшая сотрудница банка в Новокузнецке украла со счетов умерших клиентов 500 000 рублей. В районном суде завершился процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемая работала в отделении банка менеджером. В прошлом году она обнаружила, что на счетах 26 уже скончавшихся клиентов остались средства. 500 тысяч она похитила по поддельным документам. Вину подсудимая полностью признала. Суд назначил наказание 2 года условно.